55 900. Нормально, Сань. Андрей Николаевич, наконец-то дождались праздника бокса в Нижегородской области. Спасибо вам за это. От всего боксерского сообщества. Что в такое тяжелое время нашли средства. Алексей Паникин, судья международной категории АИБА. Павел Парфенов Чажигин. Главный судья соревнований. Наш друг, главный врач. Это самый главный основной в боксе, это главный врач. Чтоб было все без этих, без травм. Наши друзья, партнеры турнира. Вы видите всех, которые написаны здесь. И самый главный специальный приз от компании. Нет, от депутата законодательного собрания. Спорта Российской Федерации. Встречайте аплодисментами Андрей Гоголев, Советский Союз. Уважаемые друзья, уважаемые боксеры Владимирской и Нижегородской области, я рад вас приветствовать на нашей Нижегородской земле. Я очень рад, что наше событие все-таки восторжествовало, несмотря на пандемию, то, что сейчас творится у нас вообще в Российской Федерации. Молодцы, что вы, боксеры, тренируетесь в лесах, в залах. Большая благодарность тренерам, которые помогают боксерам. И сегодня ринг покажет, кто из вас был сильнее. От лица Федерации бокса я хочу поблагодарить своих друзей, партнеров, которые помогли организовать этот турнир. Генеральный спонсор нашего турнира – это Сергей Глеб, город Москва. Наш друг Дмитрий Николаевич Огородцев, компания «Акопол». Награждение боксеров проводит генеральный спонсор нашего спортивного праздника Сергей Глеб, город Москва. За первое место награждается Арсений Сипов, гусь хрустальный. Под ваши аплодисменты, уважаемые любители бокса. И за второе место награждается боксер из города Городец Владислав Суин. Сергей Глеб, огромное вам спасибо за помощь в организации проведения спортивного праздника бокса. Рудольф Кононов. Добро пожаловать в синий угол ринга, боксер из Владимира, Сергей Маров! Руководитель следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по городу Дзержинску Александр Сергеевич Майоров. За первое место награждается Александра Тимофеева, Дзержинск. Александр Сергеевич. За второе место награждается Ксения Ксенофонтова, город Лакинск, Владимирская область. Леш, дай ему микрофон. Также специальным призом от Федерации бокса России, Федерации бокса Нижегородской области, награждается Александра Тимофеева, Дзержинск. Боксерский шлем фирмы «Адидас». Внимание на ринг. Во-первых,
поздравляем участниц, я так впервые видел, если честно, женский бокс. Да? Ольга, если позвоним. Давай. Девушка. А, уже девушка. Но я хочу сказать честно, мы поздравляем всегда спортсменов, но забываем о тех, кто организовывает мероприятие. Я обещал, что мы вручим вот первый сигнальный экземпляр. Андрей Абрамович, да, правильно? Правильно. Значит, я хочу что сказать. Все думают, что он как чемпион мира по боксу. Но я вам говорю честно, вот дальше вот посмотрите. Вот написано эксперт, ведущий эксперт. Андрей, это первый сигнальный экземпляр. Я вам скажу честно, вот вопрос про то, если коррупция серьезная. Сегодня даже видео не разговаривает. Но я благодарен тебе за ту информацию, за материал, за знания, которые ты передал, связанные именно с этой темой. В боксе чемпион мира Гоголев. Я когда увидел, как он боксировал, я говорю, мама мия, вот это да. Вот кто-то попадал по раздаче. Вот, Андрюша, я тебе желаю крепкого здоровья, надеюсь, вместе, да? А девчонкам побед, и вам такой, вам в жизни так повезло, имея рядом такого человека. Давайте всех поздравим. Нет, я вам честно говорю, забываю, нет, правда, тех забывают людей, которые вам организовали праздник, которые помогают детям вырасти в классных спортсменов. И не забывайте, что мы находимся в городе, где в Нижнем Новгороде, город Дзержинск, понимаете, да? И тут чемпион мира с Нижнем Новгороде, это вообще, я вам говорю, ну, вам благодарен, что вы пришли. И поздравим Андрея. Будет проходить на рынке, кто это надо. Давай, поможем. Итак, друзья, еще раз поприветствую аплодисменты. Это очень замечательно. Друзья, поддержим аплодисментами эту великолепную пятерку и, конечно, замечательную Ольгу, которая чуть попозже подключится к проведению наших боев. Руководитель группы поддержки футбольного клуба «Нижний Новгород» Ольга Вольская. Друзья, вы еще увидите сегодня Ольгу. Все, хватит. Итак, первый бой, первые награждения состоялись. Давайте еще раз поддержим аплодисментами замечательных людей, боксеров. Спорта Российской Федерации, встречайте аплодисментами Андрей Гоголев, Советский Союз. Уважаемые друзья, уважаемые боксеры Владимирской и Нижегородской области, я рад вас приветствовать на нашей Нижегородской земле. Я очень рад, что наше событие все-таки восторжествовало, несмотря на пандемию, то, что сейчас творится у нас вообще в Российской Федерации. Молодцы, что вы, боксеры, тренируетесь в лесах, в залах. Большая благодарность тренерам, которые помогают боксерам. И сегодня ринг покажет, кто из вас был сильнее. От лица Федерации бокса я хочу поблагодарить своих друзей, партнеров, которые помогли организовать этот турнир. Генеральный спонсор нашего турнира – это Сергей Глеб, город Москва. Наш друг Дмитрий Николаевич Огородцев, компания «Акопол». Также ООО «Стрелец» Вершкова Анна Юрьевна, которая предоставили прекрасные, кстати, призы лучшим боксерам. Сегодня будет вручен вот эти два велосипеда. Так что, я думаю, прекрасные подарки, которые сегодня предоставила Федерация бокса России, Федерация бокса Нижегородской области. Вы все видите все сами. Осталось показать ваше мастерство, как много больше приобщить детей к этому олимпийскому виду спорта. Бокс, ну и ринг покажет. Я хочу также сюда пригласить Дмитрия Николаевича Огородцева. Дмитрий Николаевич, можно? Ваши аплодисменты, друзья! Компания «Акопол». Дмитрий Николаевич всегда помогает боксерам. Пару слов скажет. Также пригласить Глеба Сергеевича Сергея и Глеба, генерального партнера нашего турнира. И также пригласить заместителя министра спорта России
члена-корреспондента, который приехал из города Москва, Годунова Игоря Валентиновича. Член-корреспондент Российской академии образования, ректор Евразийского университета народного хозяйства Игорь Валентинович Годунов, Москва. Игорь Валентинович, молодец. Я вообще Дмитрий. Ну, во-первых, я рад приветствовать здесь всех собравшихся. Друзья, здравствуйте. Всех с прошедшим праздником Победы, в честь чего мы, в общем-то, собираем сегодня здесь данное мероприятие. Поздравляю всех с данным событием. Это нечасто у нас чемпион мира Гоголев, наш друг, проводит подобное мероприятие. Андрей Николаевич, давайте почаще это делать. Почему? Потому что, на самом деле, спорт людей объединяет. И то, что сейчас происходит в России, видно, что спорт идет в массы, а массы тянутся к спорту. Ну, во-первых, хотел бы пожелать сегодняшним спортсменам то, что они укрепляют свое тело, мышцы, умело работают руками. Они укрепляют в первую очередь свой дух, поэтому, бойцы, я желаю вам здорового духа. Вот именно умение держать удар, и независимо от того, что сегодня будет в ваших карманах, либо победа, либо поражение. В любом случае, вы молодцы, то, что вы уже выходите на этот ринг, это очень здорово, это очень правильно, и вы красавцы. Андрею Николаевичу желаю не останавливаться на достигнутом, и пусть федерация растет, развивается. Слава Богу, господин Умаров поддерживает. Умар Назарович. Да я думаю, что еще сказать, здорово, люди собрались, погода хорошая, Бог тебя любит, Андрюх, удачи. И всем удачи на этом празднике, мы всегда рядом, компания Акапол всех приветствует, ребята. Уважаемые друзья, встречайте аплодисменты на нашем ринге. Руководитель следственного отдела, Следственный комитет Российской Федерации по городу Дзержинску, Александр Сергеевич Майоров, сегодня с нами. Нашему гостю из Москвы, член-корреспондент Российской академии образования, ректор Евразийского университета народного хозяйства Игорь Валентинович Годунов. Генеральный спонсор нашего спортивного праздника Сергей Глеб, город Москва. Подарите аплодисменты этим замечательным людям, друзья. Они любят бокс и помогают боксу. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня предстоит матч очень серьезный. Я постараюсь коротко, минут за 30-40, рассказать вам о том, как мы добирались. Какой прекрасный город, действительно, заслуги нашего уважаемого, вашего единственного чемпиона мира. Вы уже извините, что быстро торопились. Но я хочу пожелать, честно говоря, крепкого здоровья всем. Сегодня время такое, что самое главное – это здоровье. А вам спортивных успехов. Когда будем вручать призы, я вам расскажу про черту чемпиона мира Гоголева, и еще есть одна. У нас, вот я буду вручать когда призы. Вышла моя книга по «Большой энциклопедический словарь по противодействию коррупции». Вот. И Андрей является экспертом. Это удивительное будет. И поэтому мы вам покажем обязательно, когда вручим. Ну, призы. Главное начать соревнования. Успехов. Ребят, давайте начнем. Не будем задерживать. Давайте начнем. Нормально, Сань. Так, Андрей Николаевич, наконец-то дождались праздника бокса в Нижегородской области. Спасибо вам за это. От всего боксерского сообщества. В такое тяжелое время нашли средства. Потягин, главный тренер. Алексей Паникин, судья международной категории АИБА. Павел Парфенович Ажигин, главный судья соревнований. Thank you.
наш друг, главный врач. Это самый главный основной в боксе, это главный врач. Чтобы было все без этих, без травм. Наши друзья, партнеры турнира. Вы видите всех, которые написаны здесь. И самый главный специальный приз от компании... Нет, от депутата законодательного собрания Иркутской области Евгения Бакурова. Специальный приз от депутата Иркутской области, в городе Дзержинске. Зависит вся музыка в Российской Федерации. Правильно, молодец. Ты этому набери, братан, скажи, блядь. А, ну все нормально, да? Прям в ринг, кстати, ставь его в ринг. Да, конечно. Юрий. Все, давай, братан, я Единогласно решением судьи победу одержал Алтунков Тимур Гойер-Бор. Награждение произведение. Паралимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион мира по футболу. Директор стадиона Капова Калес. Андрей Валерьевич Куваев. Третье место. Дальше матчевой встречи награждается боксер из Владимира Тимур Алтухов. За второе место гость из Владимирской области, поселок Вагинский, Павел Марков. Еще раз ваши аплодисменты замечательным людям. Пахомов! И боксер из города Дзержинск, боксерский клуб «Раш» Александр Мазилов. Специальные призы за лучшую технико-тактическую подготовку и волю к победе. Друзья, ваши аплодисменты. Андрей Пахомов Владимир, Александр Мазилов Дзержинск, Дмитрий Огородцев, Анна Велишкова. Огромное спасибо вам, друзья.
за внимание к нашему виду спорта. На этом программа матчевой встречи по боксу сборной команды.